Паша, что ты рисуешь там? Глаза. Подожди, он тебя курил, что ли? Нарисуй тогда ему курок, косяк еще. Они у них уже надулись, сейчас лопнули. Нарисуй косяк. Ладно, косяк, а у этого вылетел. Это что, ну ты черепаш? Ну ты черепаш. Глаза. Гриша, у тебя что-то? Ты видео же записываешь? Лазер из бабочки, неужели непонятно? А здесь ракета пошла. Я серьезно. О, карандаш на нос. Так, что еще? Подводки не хватает. Подводки будут с ним очень. Вот она. Подводки она будет не хватает. Потому что она не хватает. Что у тебя растет из уредиски? Это огонь. Так, ну погодки не хватает. Вот такая, однако. Слезы кровавые. Слезы вон кровавые. Глаза вытекают. У меня уже все вытекло. Косяк не нарисовал. Ладно, косяк сюда. Сейчас буду дойти. Черный сломался. Через это. С таким интересом. Что вы там так делали, занимаетесь? Видео, что ли? Так, два дурачка здесь. Да, пусть не кайф, это и ничего. Дурачки бы так не смогли. Я причем тут прям лазер в Катюшу туда. Сейчас мы покажу. Молоток в голову. Катюшу! Это лазер или Катюша? Это уже Катюша. Это уже Катюша? Ну, конечно, Катюша написано. Так, мы почему лупим по пустому месту? Надо нарисовать врагов. Чего вы сидите, ничего не делаете? Вы бы кому-то не делали? Да, я пью поняшку. Наслаждаемся вашим творчеством. Это хуже, чем днем. Перебор. Хуже, чем днем. Мы уже отметили это. Видишь, у нас тут солнце не востребовано. Слишком радостно. Да, я специально ручку сюда доставал. У меня сейчас меньше денег. Приблизить обязательно по рисунку. А что дорисовал? Я устал. Он устал. Это творчество. Хотя я тоже устал, но я еще попил. Все. Теперь на суд без 100 тысяч денег за рубаку. Это кровавые слезы, огонь из чиполлино, который косяк, топор так. В голове у вишенки с ракезом. Это вишенка? Да, это вишенка. Это с красными глазами. Это принципом вишенка. А вот это что такое? Это лазер из глаза? Это взрыв глаза. Взрыв глаза. Это топор у Виши. Да, топор. Да, в одной серии Хаос, где он. Это был лазер, а потом Катюша, а здесь нарисованы враги. Ну, уже начали глюки начинаться. У него там один глюки, у него глаза. Гриш, это что такое? Это подлодка с гусеничным ходом, не забывай. Вот. А это? Это бомбочки падают и взрываются, вот, с бабочки. Ну бабочки бомбы бросают. Из бабочки бросаются бомбы и взрываются. А вот здесь вот да. Что такое? А, ракета. Бабочки это ракета. На втором крыле верхнем. Ракета установка. А вот здесь вот что называется? Чего? Афро, панк и пирсинг в ухе. Причем многократный. А это косяк, правильно? И в колени. В коленях тоже пирсинг, кстати. Здесь мало оголенной натуры, так что все стукать куда получается. Ну а что у вас так все бездарно? Одно пятно от этого, от стакана, а здесь маленький румянец. Хотя бы маленький румянец.